вице-президента ЦИСКа, руководитель бизнес-компании в России и других странах СНГ и Грузии Павел Бетсис. Ваши аплодисменты, прошу вас! Спасибо, Павел, что вы здесь с нами. Спасибо, доброе утро. Рад вас приветствовать на этой конференции, уже, насколько я понимаю, 9-й в Казахстане. Я, к сожалению, присутствую здесь только первый раз, к счастью. Первый раз, наконец, присутствую. И моя функция сегодня просто поздравить вас с этим событием, пригласить вас на прекрасную конференцию. Приготовлена суперпрограмма, о которой мы вам расскажем дальше. Я только хочу еще раз напомнить, скорее всего, всем участникам ICT-рынка, которые здесь присутствуют, нашим партнерам, о том, что Казахстан на самом деле является, во-первых, неотъемлемой частью нашего рынка в России и СНГ и одной из самых быстрорастущей частью этого рынка. То есть показатели роста, экономического роста в Республике Казахстан превышают другие компоненты этого рынка, и развитие на самом деле всего рынка IT, рост этого рынка и понимание того, насколько позитивно влияет развитие инновационной отрасли на общее экономическое развитие Казахстана, на самом деле находится на достаточно высоком уровне. Мне кажется, что именно в Казахстане это понимают все коммерческие структуры, и что, может быть, даже в наших рынках еще более важное, и государственные структуры в том числе. Поэтому я очень рад здесь присутствовать. Насколько я понимаю, сегодня здесь зарегистрировано почти 500 участников, что является неким рекордом для нас с точки зрения события ЦИСКа Экспо в Казахстане. Я вас еще раз приветствую. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы наши партнеры, за то, что инвестируете в отношения с компанией ЦИСКа, в наши технологии. Мы, безусловно, будем продолжать инвестировать в наше развитие в Казахстане. И поэтому, долго не задерживаясь на этой сцене, хочу представить нашу главу представительства компании ЦИСКа в Казахстане, генерального директора нашего бизнеса в Казахстане Светлану Анисимову. Я очень рада приветствовать здесь сегодня всех гостей.